Резон. Меня не слышно или все нормально? Ну это напиши, что я для подтверждения, конечно, что не можем это самое найти прекрасно. Ходит хор с ней. Через X пробовал искать? Чего? Через XH. Не, у них пишется-то. Я помню, просто искал на сайте, у них не нашел через H. Да, у них через H писано. А, вот. X. Да, все нашлось. У них H, блядь, через правда X пишется. А на сайте у них нормально написано. Хор, а там, вот я написал. Там... К стороне получается. Ну вот, ну нет, я правильно написал. Хор же нужно писать. Так, ну что они там? А, кидайте, да. Хорнец латинский, они написали, да. Вот, давайте, все. Кидайте. Не надо ничего сейчас это вперед пеханиной заниматься, играем нормально. Ну, стараемся играть. Если нормально. Что, откиньте сзади, там созвучником. Да, не, ну да, откиньте, чтобы но сзади тоже надежнее. Особенно сзади. Надо было попробовать забросик, ну ладно. А чё, пинг 143? 46. 269. 29. Ну, не знаю, у меня вообще пизда. 19. О. Это у тебя, наверное, момент. Ну, короче, прыгает. Прыгает. С 41, да, до 225. Вот хорошо. О, Паша, не забываем, бот на воротах может нам мешать. О, там мясник. Мясника прессуйте, он любит водиться. Паша, отжимай этот ЛТ. Ты так, да, никогда не забьешь. Да не может. Там... Я забивал, что ты мне? Не путай меня. Когда-нибудь забьешь. Подождите, все, хватит, давайте. Ставить не душой в человек. Да не, просто сложно же так забить, я же не душу. Я согласен. Я в Пашу верю. Ну в это сложнее, в то я забивал часто. Красавчик. Да. Не, у вас пинг нормальный, да? 19. Нормально, нормально вообще. 29. Давайте. Блять, почему пошел флэнк? Притянул, блять. Помогаем сзади. Все будет навешено. Вот угу. О, вот он пошел. Хорош. А, сейчас, блядь, заедет. Ты его за спину. Да, сильно. А он и не убежал, ты вообще. За спину это надо бежать. Давай, ну, давай, я... прессуй ты его, прессуй. Хорош. Нет, что-то у меня фрезы, блядь, постоянно идут, короче. Потери, ну, ты нас, ну, это, адаптивно ставь синхронизацию, то они будут идти. Да, не, да, не нормально не было. Хорош. Ноги нам. Нет. Давай, брат. Сейчас 37. Да все, хватит, опять, все. Не, я к тому, что, блядь, если меня забыли... У меня то же самое было, вот весь сбор. Хорош. Блин, жму снова, слэйру идет. Антист. Назад, назад, то все. Ну, хорош. Потерпи еще ты учить. Вот сейчас бы чуть потерпел, мне кажется, было бы нормально. Хорош, да, нормально. Рисанул нормально.
Навес. Угу. Тихо. Вынос, вынос, вынос. Это был вынос. Давай, зря. Отлично. Да, бля. Злой был какой-то. Знаете, разыгрывает, сразу назад бежим. А, я управляю. Понятно, окей. Как ее управлять? Да вообще не надо как управлять. О, нога ну, бога. Так, давай на переднем. А? Или сзади, ладно, я сзади. Это твой угол. Ты держи, твой, держи, 13-го, а я вот здесь вот. Да, Боба, с 18-м слоем. С чьей стороны угла тут бежишь? А где Паша? Паша, с Хесус, с Тэлла забегайте. А мы с Сегой на подборе стоим. Если не получится. Ну, почти. Хорош, вдвоем справились. Блять, сори. Хотел еще наесть, потом решил в штрафную кинуть. Ну, уже поздно, да, по навесу. Ну, понятно. Вот о чем вы ждете. Смотрите, какая она. Ой, ой. Хорош. 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 Выноси, хорош, если хорош, что, выноси его. Отлично. Я думал, назад, это уже мой. Хорош, 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 хорош. Центр Сега, аккуратно. Ему дать некуда. Второй? Хорош? Давайте, давай. Ну, хороший мрик. Персонал. Назад головой или ага? Хорош. Бейте поворотом хоть иногда. Назад. Ага. Хорош. Нехуя. Подальше, Андрейка, не надо. Ну, это, подальше. Вот подальше бы открылся, тебе бы пошло. Хорош. Ну, они, короче, одними забросами будут. Да. Ну, давай. Хорош. Хорош. Тео, выше, 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 выше. Не надо, некому будет давать. Назад, Паш. За другого. Нет. Ну, Паша есть, можно попробовать. Хорош. Да, неплохо. Ну, так, неплохо. Только он снова подбора получается. Нет. Спокойно форвард получает мяч. Хорошо, хорошо. Снова навес. А, нет, сейчас, значит, будет навес. Угу. Да, печально как-то, блядь, коннект говно прям совсем. Давайте ударов один, надо бить поворотом, пацаны, иначе мы так не забьем. Вообще. Ну откуда бить, с фланга прям? Нет, ну так при возможности, хотя может где-то что-то... При возможности ёбать на отскок что-нибудь, если это, блядь, да, есть, да, возможность. Да. Ну что делать, если не мало ударов. Ну сейчас, ну что, Сега там получил мяч в центре, там перед ним три игрока, это бить вообще было бессмысленно. Просто бы отскок и возможно, что было бы им отскок. У Тео было пару возможностей, ну, блядь. А он быть. Развернулся в центр, нажим в кучу поехал. Смотри, да. Такие моменты. Может, ближний поинтересно. Пробежись и ближний ёбни, блядь.
Да там бот стоит, там вдаль не надо бить. Не, ну так, а когда разворачиваемся, там толпа... Заброс, смотрите. Толпа прибегает, штрафную, и все, и уже там ли, вообще не пробьешь. Хорош. Дело пошло. Так, ну чё, может на ближнюю или куда? Давай, Паш, на ближнюю. Тебе только вы под него прям не забудьте. Откройте, что он скинет после парашюта, он скинет. Раз, два, три. И вот он назад будет забрасывать. Будет. Бот стал выходить. Не, на так близко к Атарю. Он не выходил никогда вроде как. Хорош. Хорош. Хорошо. Ты его давай выше, выше. Не надо тут. Ну прям отвлекай, КЗ. Ну. Вот на. Кину. Бля. Ну бить, я говорю, принял бы. Да, сомнения у меня, что. Ну, хуй знает, ладно, похуй. Тео, повыше, повыше, повыше. Это... Ну, ползи там. Ой, ребят. Так мы брали. Ну, Паша, кидать, под него никого нет. Паша, готов? Есть, почему нет? Он один стоит, все ПФ-альфа ниже его стоят. Ну я же не могу сразу в офсайд забежать, я должен стартовать из глубины. Нет, я же не дально говорю, я говорю просто. Давайте, блядь, это да. Помочь. Все, хватит, да. Тихо, тихо. Одна атака нужна. Грамотно. Не, там. Ну, на Пашку, блядь, как не пошли. Ну, Пашка нас в центр, то есть. Хорош. Пас. Блядь, не пошло, ладно. Надеюсь, да. Нет? Нет, сломал. На Пашу навесан, Тео, давай. Ты же знаешь, как это. Хорош. Хорош. Пусть как бить вам. Не, не, бейте, кто умеет. Да я не умею, честно. У меня удар почти вкачан. Паш, бей, Паш, Паш, пенальти 90. Он 89. Бей, Паш. Забудь обманут. Будем на. А то бот стоит, бля. Да, то бот это такой, конечно. Хорош. Хорош. Хорошо. Хоть так. Смотри, мы выиграем, если давайте, что, теперь сзади... успокойтесь, я говорю, сзади, сзади больше помогайте, сзади. Да не, ну это все. Да не надо прижиматься, играть. Не надо играть. Ничего прижиматься, я говорю, просто... Да еще штуки 4 играем, давайте посмотрим. Не, я не предлагаю прижиматься, предлагаю помогать. Навешайте, что-то давайте. Давайте. Хорош, он побыстрее. Они уже повыше играть. Мяч. Будет нормально. Ой, блядь, перемотка, да. Короткий. У него уже перемотка получилась. Хорош. Хорош, хорош. Давайте. Okay. Ну вот, Андрейка, не надо. Уже понятно, что мы не это, не сможем. Блять, ну мы фланги высокие. Если что, и навес не планирую. Хорош. Хорош, понял. И вперед, вперед. Паш, готов? Ну не забудь офсайд. Чтобы... Не, я на голову сестру. Да что ж такое, я не помню. Проиграй. ЛЗ? А. Так пускай Паша просто на фланг уходит, на фланг же ему проще будет. Да фиг, возможно. Это мясник мелкий. Готов? Мелкий. Убивай, убивай. Полетел. Давай, давайте. Поуже, поуже, поуже. Ага. А мы на подборе сегодня.
Да, он, короче, всю голову выигрывает. Ну, там помогаем, они все сзади, помогаем. Где у нас все? Хорошо. Вот, вот так вода все. Бля, еще ни одну голову сегодня выигрывает. Навес? Помогайте еще бы. Ну, блядь. Нахуй, девятина, блядь. Нихуя не достал, хули, я низкий, блядь. Макс, что ты, блядь, там это, твой же. Я же говорил, с моего фланга два высоких. Он взял и отскочил назад. Он был рядом. Ну, поехали, похуй. Тут что тебе я сделал? Я не успею, конечно. Время меня, есть. И меня он не выпрыгнул, притянул. Время есть еще. ЛЗшника, и у меня даже он не прыгнул. Игрок-то. Нет, уже он. Я говорю, вон, видите, они используют эти вот точки правильные. Ну, да я вообще не напашу. Хорош. Хорош. Ты он. Попробуй. Блин. И чего тут заниматься? Не жму, ни отбор, ничего. Хорош, 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 хорош. Паш, на голову. Ну, хорошо. Опять ничего не переходит. Фифа нам не помогает, да? Я Паша кидал здесь, не знаю еще куда, короткий. Давайте последний этап. 2 минуты. Не торопимся. Аккурат 2 минуты. Блять. Так. Ну что, мы ничего не сделали. Они... Два удара по воротам. Да. А у них 7, кстати, его. Как, блядь? Быстрее статистику снимайте, а то сейчас это же не успеем снять.